Лебеди переселяются на зимние квартиры. Для них впервые построили специальные вольеры. Если раньше они переживали холода под крылом инженерной защиты, то теперь будут ждать весны под приглядом специалистов мини-зоопарка «Ковчег». Вот в такой красивый домик уже совсем скоро поселятся пернатые обитатели. Теплые полы, подогреваемый бассейн, прогулочная зона. Лебеди зимуют по программе, все включено. Новый вольер – это не только удобная и комфортная среда обитания для птиц места, но еще и возможность горожан наблюдать за этими птицами не только летом, но и зимой. То есть вольер обустроен и построен таким образом, чтобы наши гости столицы, горожане, ребята, мальчики, взрослые приходили к нам и смотрели, как лебеди живут. Черные и белые лебеди, пеликаны, гуси, утки, фазаны и цесарки. У парка большой опыт по содержанию пернатых. Всего в мини-зоопарке более 50 различных птиц. Самое главное – это правильно кормить и ухаживать за ними. Вообще птички у нас кормятся согласно рациону. То есть в рацион входит комбикорм, зерно, трава, насколько я помню. И зимой мы решили немножко его увеличить, добавили в рацион рыбий жир. То есть это более насыщенная пища. Кстати, в парке сейчас находится и пеликан, живший на заливе. Второй, к сожалению, не выжил после знакомства с чебоксарской публикой. Вопрос о том, стоит ли выпускать в залив уцелевшую птицу следующей весной, остается открытым. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.